возвращаемся с вами в прямой эфир, и ждет нас очередная игра. Не знаю, какая по счету. Собственно, четвертьфинал турнира EMS Raid Call One Cup номер 3, я сам выговорил. И играет между собой Кайпи и Нави. Смотрим. Параллельно играет у нас Fnatic против Давай До Свидания, Virtus.pro играют, вот прямо сейчас можем посмотреть, как Virtus.pro играет против Маус. Маус играет за Radiant, у них Clockwork, у них Nykz, у них Лина, Operation и Darkseer. У Virtus.pro есть House Knight, есть Wisp, есть Bane, есть Фурион и имеется Магнус. Эта игра идет параллельно на стриме у Join Dota, на стриме у Тоби, так что если вы болеете за Virtus.pro, можете смотреть за этим матчем там. А мы тут же... у нас Никс от Нави. Просто Никс от Нави. Не, ну что, Никс от Нави, я думаю, это достаточно интересно, конечно. Опять этот лайфстилер. Опять эту фигню. Ну и мне почему-то кажется, что Кайпи будут брать какого-нибудь Фантом Лансера, может, не знаю. Ну, под котла, ну, как вариант. Только что они играли против команды Out of Tangos в 1-8 финала, там они выиграли Вайдом. Там они выиграли Вайдом. Посмотрим, у них там, что не помню, они придумают. Что еще там было. Ну, у врага тоже был Nykz, они там без шанса выиграли. Кстати, состав-то у Кайпи вроде неплохой, такие олдскульные чуваки. Ну, Пейдали, Консиэм, Коджва, Зизу, три румына, по-моему. Кто такой Артик, кстати, я не знаю. Я тоже не знаю, кто такой Арис, вот этот, 30-12 и Пайлайдай. Ну, Пилидая, этого я помню, Пиалидая, вот этого пацана я помню. Он где-то играл за каких-то шведов, или за кого, за кого-то он играл. То есть его еще вспомнить можно. Другие результаты матчей Round of 16, то есть 1-8 финала. No Tidehunter выиграли у команды 4 Friends and Chirilli. Absolute Legends выиграли у команды Red in the Dark. Ну и, собственно, друг с другом сыграют в четвертьфинале. No Tidehunter, Absolute Legends. DD Dota выиграли у команды Almond Squop у испанцев. И Team Fnatic выиграли у немцев Team Gillette. Да, собственно... причем, насколько я понимаю, все эти команды уже получают по 25 очков. Да, это уже по 25 очков за четвертьфинал у команды имеется. То есть No Tidehunter, Absolute Legends. No Tidehunter у нас на данный момент лидеры. У них 150. Absolute Legends тоже там на 8 месте, плюс 25. То есть они еще укрепляют себя. DD Dota и Fnatic тоже по 25. Fnatic 75 имели, догоняют они Империю и Virtus.pro. DD Dota 35 имели, тоже догоняют. Дальше Virtus.pro еще 25 очей зарабатывает. И вот, собственно, отрываются они от Империи, которая не участвует. Кстати, Империя не участвует. Мне Габлак объяснил, почему Империя не участвует. Потому что завтра у них игра на Премьер-лиге. И... и если они выйдут в полуфинал, у них будет такой же скандал, как у Virtus.pro на прошлой неделе. Такой же, как и в прошлый раз. Поэтому они решили просто-напросто не играть EMS Cup. Привет, Премьер-лиги. Да, привет, очередной раз Премьер-лиги. Так вот, Virtus.pro выиграли у поляков Adversa Esports, а Mousesports выиграли у Chewy и TCM Gaming. Mousesports Virtus.pro играет, ну и Кайпи выиграли у Out of Tangos, Na'Vi выиграли у Rock Skies. Вот они четвертьфиналы. Virtus.pro, Mousesports, победитель попадает на победителя пары Na'Vi Кайпи. Игра будет завтра. И, надеюсь, мы сможем ее посмотреть. Очень надеюсь. Ну и будем держать вас в курсе матчей No Tidehunter, Absolute Legends, DD Dota и Fnatic. Там эти матчи уже идут. Я думаю, с помощью Матрикса мы будем иногда заглядывать, собственно, в то, что происходит в параллельных поединках. Вот так. Ну и еще раз вам напомню, что последняя игра сегодняшнего дня... это последняя игра сегодняшнего дня на EMS. После этого я уже не знаю, как там будут эмоции или силы. Должны мы перебраться на турнир The Defense и посмотреть, как сыграет там Liquid против Маус. А вот Liquid против Маус, то я вижу на Join Dota просто нереальное количество незакрытых результатов. Просто матчей должно идти сейчас миллиард. Да не важно. Так вот, Liquid против Маус, то я даже не могу вспомнить, что это за раунд. Но это уже какой-то далекий раунд. Потому что там уже можно нажать и показывает. Да? Да. Так, будешь. Ух ты. Лузер брекет. Нет, прилиминарий. Этого мало. Ну вот мы зайдем на вездесущий, конечно же, на вездесущую Ликвипедию. И вот она, сетка. И мы видим, что в финале винеров дефенса уже Team Dignitas против Virtus.pro. А в финале лузеров дефенса уже Фнатики. А вот Liquid и Mousesports — это третий раунд лузеров. Проигравшая команда вместе с Na'Vi займет 7-8 место и попадет на ЕГЭ. 5-6 уже занимает No Tidehunter.
Ну, это, собственно, Team Liquid, Маус или ЕГЭ, кто-то из этой тройки попадет на Fnatic, ну, а Virtus.pro с Dignitas будет в финале. Кстати, ребят, еще маленький анонс. На 3 марта был предварительно запланировал финал Дефенса, но он не состоится 3 марта. Он был подвинут вперед, потому что из-за scheduling problems все раунды не успевают состояться просто-напросто до 3 марта. Поэтому 3 марта финала не будет, и финал этого турнира будет проведен как-то попозже. Кстати, может быть, в Dota TV здесь в календаре даже, может быть, есть. В календаре прежнем стоит 2 марта, но это не так. Fnatic переигрывает DD, мы можем включить или не можем включить оттуда? Ультра-эксклюзивные новости, игра закончилась, Fnatic выиграли у DD. В Dota TV этот матч был, и ультра-эксклюзив Матрикса, это тупая информация с Dota TV. Вот эта игра закончилась. Details, Reveal the winning team, Dire Victory, Fly 6-2-14 Виномастером, 12-0-12 на X-Era, 7-3 Trixie на Бетрайдере, 7-1 Хани на Герокоптере. Алхимик там нафидел знатненько вместе с Инчей, посмотри. Кто там нафидел? Fucking Mad 2-10, 0-8 Link на Алхимике. Вот и я же чем. Вот это хорошие алхимики. Плотно фиданули. Ну, пока тут все очень интересно. В принципе, и у Na'Vi есть чем драться. У них такие герои достаточно забавные. И Рубик, и Пак, и Никс тем более. Почему-то половина поливала вообще. We need a remake after the draft. Понятно? Эпи не зашел, и нужен английский стрим. Эпи не зашел, боже, что за люди? Вот как так может быть, да? Вот я жду, правда, последний пик. Сейчас он закончится. И не переживайте. Игру мы, конечно, посмотрим. Да, мы пока посмотрим, что происходит в игре. Ах, мы сразу врываемся здесь просто на то, как Айрман Гата Усынай. И вот разрывает просто Виртуса, вы видите здесь. Ну, сейчас не уйдет отсюда Блэк, конечно, нет, никуда. Вот он залетает. 4-секундный болт еще. И на! Минус 5, Virtus.pro, браво! 14-5, Virtus.pro. Идут такой ярой, быстрой ходой в полуфинал. Где они сыграют с победителем, собственно, пары Na'Vi против Кайпи. Мы же с вами уже перезаходим в игру. Я думаю, буквально несколько секунд нам надо для того, чтобы мы уже готовы были стартовать. Я оказался слоупоком. Лево руля. Последним зашел вообще в игру. Бывает и такое. Ну и что? Are we ready to start some Dota? Смотри, сколько у меня друзей, Вась. Травка смотрит игру. Видишь, Травка онлайн смотрит игру. Травка скоро вернется в доту, всем гоплык просто. Так, ну что? Готовы мы? Да, у Team Liquid 15 побед, и 3D у них там ведут в первом матче или как? И 3D клан в первом матче ведут против Team Liquid. Такие вот Team Liquid, они жесткие. Кстати, у этих же Team Liquid, что интересно, они сейчас играют против команды 3D клан, но я так понимаю, это премьерка, да. А у них должна быть игра на дефенсе уже через 40 минут с маузами. И они, насколько я понимаю, против 3D клан на премьер-лиге это только... Подожди, или уже состоялся один матч? Да, 3D клан, Team Liquid, уже 2 матча состоялось. Reveal Winning Team в первой игре. Ух ты ж, ё-моё, в ноль выиграли Team Liquid у команды 3D Clan. В первой игре 3-0 Fluff, 7-0 Korok, TC 8-0, Bulba 0-0, X-Nike 4-0. 17 минут в первой игре выиграли Team Liquid у 3D Clan. Во второй игре Dread is back, я так понимаю, дал сдачи, что ли? Radiant Victory. Да, во второй игре Dread дал сдачи. 6-4, 2-10 у Solo, у Dread 2-6, 15-2 Phantom Lancer. Ну сейчас там будет третья игра. Ну, в ноль все равно. Это мне нравится всегда, когда в нули. Так, все. Ну что, мы уже готовы стартовать этот матч. Лондруид! Ну и поехали. Лондруид? Лондруид.
Итак, Бон 7 играет у нас на Enigma, Пидали играют у нас на Котле, Зизу на Сенкинге, Кочва играет на Фантом Лайнсе, Риарис играет на Магнусе, у Нави Хвост на Лайселере, Дэнди на Паке, Пупей на Рубике, Смайл на Никсе и Лост играет на Лондруиде. Веселые картинки здесь у нас в студии. Как всегда, радуют нас всячески. Да-да-да. Так, ну и что, поехали смотреть. Так, что-то интересного расшарили. Ничего интересного как обычно. Расшарили. Доктора Кляйнера нам хвост дарит. Да, опять-опять. Хвост со своим доктором Кляйнером. Так, все друг друга увидели и все разбежались. Такие, блин, это же Нави, они что-то знают, надо валить. Там у него корни с первого левела, надо убегать отсюда срочно. Борода, убегаем. 30 seconds to battle. Ну что, не будет у нас драки на первом левеле, я так понимаю, потому что команды сейчас уже поразбегаются, каждый по своим делам. Да, ну и по линиям. Пупей играет на Рубене, это походу все-таки легкая линия, триплой вместе с Найксом и... С них сосать нам Бай Смайл, Дэнди будет мидиум с напаки, Лос сложный у нас будет на медведе. Команды Кайпи, Кочева будет на фантомлайнс реформить с котлом Байпи и Дали, который будет ему помогать. Но я думаю, Зизон Сенкинги тоже будет здесь, миди должен стоять у нас Магнус, ну и сложную пошел, пошкандыбает, потом точнее на Энигме Бон 7. Вот такие вот пироги, товарищи. Не знаю, правда, как тут вообще у нас будут обстоять дела совсем. Потому что, в принципе, если бы эти команды были равны по скиллу, я бы сказал, что тут там, типа, у Кайпи покруче вроде пик. Но мы-то знаем, что. Но мы-то знаем, Кайпи... что Кайпи немножечко слабее, да? Да, я слышал. Где ты это слышал? Из достоверных источников. Тебе наврали. Врете. Что, плюнуть им в лицо, кто мне это сказал вообще? Да. Хорошо. Сам себе может плюнуть в лицо. Сейчас так. Да, видишь, ты говорил, здесь будет игра неинтересная, Маус Virtus.pro будет интереснее. Там вот, походу, уже все, ГГВП. Там уже, походу, Virtus.pro Маузов отправляет на каникулы. И ждать четвертого кубка, который состоится на следующей неделе, уже в понедельник, вторник. Это будет, собственно, 4 и 5 марта уже. Весна, Вася, весна! Я сегодня на работу шел, и я первый раз в жизни на работу шел с таким... С такой офигенной улыбкой на пол лица, потому что такая охренительная погода. Да, на улице, кстати, было так прикольно. Весной пахнет просто борода, настолько офигенная погода, ну просто вообще супер. Уже хочется, чтобы была весна, уже хочется, чтобы солнышко было и чтобы все было круто. Я уже тоже хочу, вот весна, лето там. Мне пофиг, я все равно 22 марта еду на лыжи. А я 21 марта ухожу в запой. Чего? У меня день рождения. У тебя 21 марта день рождения? Да, я уже старый буду, ужас. Ты не переживай, мы 19-го тут все вместе уходим. А, ну да, я же забыл там. В этот день с иголочки, я одет. У нас будет у нас на арене выходные дни, скажем так. StarLadder закончится, конечно же. Да. Регулярный сезон. Кстати, действительно, 17 марта заканчивается регулярный сезон StarLadder. Сегодня был всего-навсего 11-й день регулярного сезона. 11-й день без перерыва. Хорошо заметить, всего 31 день, поэтому мы только треть сезона с вами посмотрели. Поэтому, если вы еще не с нами, покупайте тикеты на StarLadder. Все будет весело. Да, еще будет финальная часть. И, кстати, для вас будет потом еще одна малюсенькая новость. Будет еще один мини-турнирчик, который вы сможете посмотреть с помощью билета на StarLadder. Возможно. Может быть и нет. Мы узнаем. Буквально на днях. Это тот самый турнирчик? Какой? Ну, не знаю. Нет, там... не тот самый турнирчик. Говорит, это тот самый турнирчик. Нет, там есть просто пара тех самых турнирчиков. Не-не-не-не-не. Там это будет турнир другой, будет в него там приглашенных 8 командок. Вот буквально на днях вы услышите анонсик маленький, только вот буквально сегодня, вчера начали вести переговоры по поводу этого турнира. Я думаю, скоро мы будем готовы уже заанонсировать. Там смотри, сейчас Дэнди с дабл дэмэджем пришел в центр, хочет убить Магнуса. Но Магнус не так прост. Его голыми руками не взять. Пиедали здесь Ласту накручивает на Лос просто. 156 в лицо Ласту въехало. Еще и медведя убили. Панда опять распласталась. Бедный медведь. Не говори панде нет. Конечно же. Что, Кочва на Фантом Лансере 19 на 8. У нас стат в миде Дэнди 12 на 3 стат.
На топе Найкс 24 на 3. Хвост. Вот посмотрим, победит ли Хвост в этой игре. Хвост на Найксе, кстати, вот раньше играл очень редко, а вот в последнее время что-то все чаще и чаще. А что-то в последнее время Найкс вообще зачастил в пиках. Так, ну что, мы сейчас включим параллельный экран, пока здесь тишина, и что здесь у нас происходит? Тут у нас, вы видите, да, что 29 на 8 счет. Virtus.pro просто в салат выносит команду соперника, и мида уже нет у Mousesports. Ну, вы видите, по статам 8-0-14 у НС. Вот у это НС. Прорвало НС просто. Virtus.pro сегодня мега удачный день. У Virtus.pro сегодня две победы на Стар-серии. Virtus.pro становится лидерами StarLadder. Virtus.pro выходит уже в полуфинал, это можно уже смело сказать, в полуфинал GMS Cup, где завтра сыграют с Na'Vi или с Кайпи в Best of 1 полуфинале. Да, и очков они себе заработают неплохое количество, это уже полтинник вроде бы с полуфинала. Да, уже полтинник у них будет, они уже догоняют, нет, но Tidehunter не догоняют, потому что Tidehunter уже 25 тоже заработали. Да, да, ну, в любом случае... В случае Virtus.pro 150 у них уже, это уже гарантия того, что они будут в групповом этапе. Конечно. Так что я думаю, что на четвертом там будут напрягаться уже те команды, которые вот в роли догоняющих последние там мест 6. Я где-то вообще на месте топовых команд взял бы, сделал такую фишку и просто отказался бы. Просто играть. Отказался по четвертого. Пусть пацаны рубятся с ней. В виде проблемы у Дэнди, на него напали толпой. Дэнди сбривает просто-напросто Котл Би и Диале, который мог, конечно, подержать еще немножечко Illuminate, но забрать First Blood на Дэнди, да ладно. И сразу Сигну на ПД. Конечно. Сигну на ПД. Пьедали. Обязательно. Так, Смайл копает здесь у нас. И ты смотри, все-таки успевает его достать, ну на хосте, и уйдет отсюда Магнус. Смайл потерся об него колючками, но Магнус от этого хуже ему не стало. От этого не застанился почему-то. Да, да, да. Какой нехороший Магнус. Ну, кошка фармит, вот это самое неприятное. У него там, кстати, денег-то порядочно у Никс, ой, не у Никс Ассасина, а у Фантом Лансера, естественно. 1900 он нафармил, ну, тоже считай, 2000, и 2,5 у Хвоста. Не, ну, Хвост, ну, шестая понятно. Минута, он себе спокойно стоит на линии, ему никто не мешает. Вот он себе и фармит. Хвост там через Мидас. Да, еще Хвост с Мидасом, у него решил. Там тоже все очень хорошо. Хвостецкий! Что-то Na'Vi как-то интересно сделали, потому что тут Siege Creep, а Смайл линию запулил крипов, короче, и получилось ну, так. Ну, это ошибка, наверное. Ну, да, да. Причем грубая ошибка. Нет, Тавр, может быть, не рассчитывает, что Тавр все равно не заберем, что ли? Так, Дэнди, на этот раз в инвизе ультует в него, задувают стан, копают пятеро. Все, бро. Мне кажется, Дэнди вот так, знаешь, мышку отпустил и такой сидит, смотрит, как его... Воу, пацаны, воу! Кидают, швыряют, подбрасывают. Проблема здесь, Пупея копает его Зизу уже под Тавром, и то же самое с Пупеем просто. Команда 5. Вот так вот я постоянно наталкиваюсь на такое в пабах. Вот веришь, как это меня раздражает? Когда ты просто бежишь, ты так, видишь а одного ты, и все. Ты когда-то бывал по другую сторону? Нет, у меня постоянно. Это знаешь, как вот эта картинка есть? Типа моя тьма, и там такие 5 обезьян за компьютерами. И тьма противника, там 5 чуваков там в наушниках сидят. Вот у меня постоянно моя тьма, это вот 5 макак за компьютерами сидят. Это редко бывает такое, что попадается один, а если 2 толковых чувака, то это все, это по-любому победа. Но это уважаемые зрители, Каспер себя толковым считает, прошу заметить. Не, просто одного меня, Фидака, обычно хватает для того, чтобы более-менее тащить. То есть я не настолько фижу, но если есть еще такой, как я, кто-то, то это все, это беда. Что 3-0 на счет Кайпи впереди, на 8-й минуте по деньгам, тем временем в нулях дела, 250 экспы всего-навсего ведут Кайпы. Кайпи немножечко, конечно, это маловато, учитывая, что ФБ за ними, 3-0 счет. Тут Дэнди что-то задумал. Да хитрый вообще Дэнди. Он ой, Дэнди, тут смотри, что решил сделать вообще. Не-не-не, он сейчас будет куру убивать, смотри. Или не будет. Или он хочет котла убить. Кого-то он точно хочет убить. Ну, такой, у него есть... Я передумал. Он думал, все, бью, не бью. Нет, бью, нет, не бью. Нет, бью, нет, не бью. Такой, все, ладно. И вообще суровый ничего грявол. Этот грявол... И вообще ничего не делает. Понимаешь, этот грявол настолько суровый, что он летает без крыльев. Вот это настоящий суровый грявол. Где этот настоящий грявол? Где он внизу летит, вообще? В лесу. Ну, ты же видишь мою камеру. Боже. Такой челябинский. Смотри на этого брутального грявола. Боже, ну как такую куру можно юзать? Это же борода вообще. Смотри на нее. Она же какая-то вообще... Ой, мама дорогая. Еще в него что-то там натыкали в него. Все равно какой-то ужасно страшный этот грявол. Да. Причем тут-то он красный нарисован, а тут лысый. Это еще раз доказывает его суровость.
Но он просто не лысый, он просто бреет голову. Ты не понимаешь сути. И воском так натереть. Да-да-да. Что забирает здесь Тауэр, кстати, Нави. Последняя тычка не удалась хвосту, потому что крипочек решил, что нет хвост. Деньги мне больше нужны, чем тебе. И забрал этот Тауэр из-под носа от хвоста. Здесь, кстати, первый Тауэр забрали Кайпи. Что у Кочвы? У Кочвы 2400. Ну, тут, скорее всего, раз такое хорошее начало, может быть, все-таки фаст Радианс? А не, Радианс тут фигня, на самом деле, мне кажется, диффуза. Будет. Мне кажется, вот больше тут диффуза, да, будут вообще шикарно. Ну да, диффуза, в принципе, должны тут хорошо заехать. И ждем мы решения Коджбы. Так, и что-то он пока никуда не выходит. Он думает, что за ним куда-то выехали, но вот сейчас Дэнди в миде палится. Правда, действительно, никого не видно на карте. Нету, ну, Лост, естественно, фармит. Никс где-то потерялся. Никсу шестой нужен срочно. Кстати, у Лоста там Мидас. Да там все какие-то Мидасы. Лост Мидас, Хвост Мидас, ну и Хвоста. Армлет скоро появится, 10-я минута. Так что все будет, нет, Армлет не скоро появится. Это я зря сказал, что только лицепт. Поэтому Нави и будут сейчас лидировать по голде, потому что типа два Мидаса, они там нормально дают буст. Ну да, причем и опыта там тоже они нормально дают. Третий собрать такой. Ну почему бы и нет. Два Мидаса, в себя в Медведя, вообще круто. Ну нормально, что. Не, если сейчас Кошква хорошо подсоберется и где-то подрежет пару типов, он вообще отлично себя будет чувствовать. Он уже, в принципе, почти собирал на диффуза там 3 вроде бы там с чем-то. Где они тут, эти диффуза? Да, 3300 стоят, так что ему-то осталось всего 400 голды. Что, ровно 10 минут в игре у нас прошло, 3-0 по-прежнему Кайпи впереди в матче против команды Na'Vi. Параллельно, я так понимаю, Virtus.pro уже выиграли. Да, Virtus.pro уже выиграли у Mouse. Fnatic выиграли у DD. Ну и у нас осталось определить два полуфиналиста. Это кто-то из пары No Tide Hunter Absolute Legends, кто-то из пары Na'Vi Kaipi. Тут, кстати, смотри, за хвостом сейчас выехали, и у него действительно могут быть проблемы. Вот, увидели хвоста. Рейдж, и он сгрызает. Ой-ой-ой-ой-ой. Эти психи... А у меня иди же станов нет сейчас! А не, есть же Сын Кинга еще станов. Психи параноики вообще, эти Кайпи. Было бы смешно, если бы Магнус его сейчас бы увез. И Сын Кинг бы еще копнул, вот все сразу. Не, было бы прикольно, если бы Магнус сейчас туда увез, он бы в крипал влез просто. Классно просто, это называется не прощают. Вот Кайпи. Вот не дают себе права на ошибку. Тайминги для лохов. Правильно. Просто все станы вместе еще за, раз. Зато дэмэджа больше. Да, 100 больше дэмэджа. Ну и нормально. Карайзе все равно все откулдаунится. Мы раз в 3 минуты кого-то уходим, выбиваем. 4-0, Кайпи ведут. Смайл посмотрел на это все, подумал, ну его в бане, я лучше в лесу постою. Такой, да нормально, у меня Карапаси. Не, ну они все вместе кастуют, у меня Карапаси, все хорошо. В миде, экшен. Нет, экшен. Какой там экшен? Дэнни поставил ульт и сразу мастер-п. Все без ультов прилетели устраивать экшен, окей. Ну, это прикольно, Кайпи хорошо играет. Смотри, Дэнди в миде ставит ультимейт и сразу моментально 2 ТП. То есть, пацаны играют правильно. Но то, что они не фармят, не получают экспы, это, конечно, беда. На фрагах ты можешь выиграть, но ты, если этих фрагов будешь делать очень много. Ну да. А так, если ты раз в 3 минуты делаешь фраг, а все остальное время ты тупо бегаешь в лесу, это, конечно, не очень хорошо. Опа, там Пупей украл иллюминейт третий. Кстати, иллюминейт ворованный, это крутая тема. Да, стоит друг друга, такие, да, просто задувают. Жаль, что они там при столкновении взрывную волну не устраивают. Было бы неплохо. Коллапс какой-то такой. Так, ну и Кошква. Смотрим. Я тут смотрю на этих пацанов. Вот на этих пацанов. Они тут что-то задумали. О, вот это наши ребята, да. Нет времени объяснять. Полезай в Найкса. Сейчас. Найкс, полезай в Никса. Найкс в Никс. Найкс и Никс заходят в спину оранжевому Сэндкингу, у которого есть песок, который его не спасет, конечно же. И вот он, бедный Зизу. Сейчас его смотри, просто смотри, разорвет. Минус Зизу. Но есть первый фраг для Na'Vi, забирает его Смайл. Это... Смайл, извините, хвост. У него, кстати, армлет, у него, кстати, Мидас ПТ и 900 голды имеется. Кстати, что у Пупей? Ничего, где Лост? Где Лост на карте? Лост, ты где? Лост, вот, смотри, здесь. Опять поймали Лоста, но Лост... Лоста, хвоста ты бишь? Ой, не хвоста, да? Чё... Тут рядом был еще Лост, вот какая разница, да? Да, один черт. Кстати, у Ластат тут действительно все вроде более-менее. Рубик так мило кастует Иллюминейт, он просто стоит на месте, и у него посох такой... И у него вылетает просто из-под него, что-то нереальное.
Так, и атака на топ-тауэр, где уже трое игроков Нави. Есть ну и тут, тут, кстати, сейчас будет уже... Ну, сейчас вторая высадка будет, мне кажется, хотя нет. Я имею в виду, сейчас будет Вендетта. Смотри, просто две волны туда-сюда. И сейчас Найс должен залезать сейчас в Смайла. Должен просто. У него 17 секунд кулдауна еще. Там стоит что... там еще вард стоит, поэтому не самая была бы какая-то крутая идея. О, поймали медведя, и медведь умирает. И тут все в него. Так правильно, все нормально. Наверняка, ну, что. 5-1, ну без ульта, я думаю, они бы вряд ли бы убили. Нет, ну, Сенкинг, я понятно, Сенкинг культ остановил, все классно. Я имею в виду, что еще Энигма Мелифайс ему туда. А, и да, там... да, чуть-чуть Блэкхол не дала там. Блэкхол, ну, маны не было, маны не было, так что. Что? Так, Сенкинг сейчас забирает нас Хейст. 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 И на базу, правильно, регенит. Дэнди в центре с даггером. А Ботл продолжает обузить. Так, Дэнди прыгает на котла и куда-то улетает. Котл его пока в соло убить не может, но то такое. Странно, да? Вот Котл не может убить пока в соло. А было бы прикольно, просто был же у нас недавно Котл какой-то плотный, с чем-то серьезным, с этой, с кирасой. Да, да, да. Габлак на котле у нас был. Габлак на котле. Давай, с руки просто этому Дэндику. Минус 5 армора. Вот это бы Дэнди офигел, на 15-й минуте прыгает на суппорт котла, там кираса. Твою дважды. Чит все-таки вот этот фейс-шифт у Пака. Ну, немножечко да, немножечко все-таки шифт. А, лайфстиллер, кстати, начал делать у нас уже дезолятор. А, этот дезолятор у него, в принципе, скоро может появиться. Так, я смотрю, тут Смайлуха выфармливает. Восьмой левел, уже вторые карапаси есть. А, ну вот, ребят. У нас сегодня в плане должна была быть игра, ну она будет, скажу вам сразу, будет игра у нас 22:30 сет, то есть через полчаса игра между Liquid и Mouse, это третий раунд лузеров дефенса, она может немножко задержаться, потому что Liquid играет с 3D кланами еще игру на премьер-лиге. Привет, премьер-лиге. 130-133, оп, Enigma здесь, и Сенкин здесь. Black Hole есть, сбивает Black Hole, Bone 7 умирает, увозят Смайла, Найс грызет Зизу, все в карапасе, Зизу пытается уйти как-то, Смайл сейчас его импейлом достанет, да, и вот отличная атака. Вот сейчас это было полное, извините, хрен его знает что, потому что пришел Магнус, реверс полярити, пока он вез Найкса, просто-напросто пришла медленная Энигма, Найкс включил себе рейдж. Энигма дала Black Hole в одного Найкса опять-таки. Ну вот, на этот раз уже... Ой, хотели не простить, но не получилось. Да, да, да. Погоня за Дэнди, кстати, здесь миди наблюдается у нас. Не очень-то получилось. Бежать! Бежать! Сия! Да сейчас там будет тебе Сия. Там уже подходит. Кто сзади Найкса Рубен. Кто озвучивал, мне интересно. Тут, кстати, проблема у Зизу. Опять миди, да, он умирает здесь без шансов. Все, Нави уже почти догнали врага. Вот. Из всего преимущества, которые пытались как-то заработать себе парни из Скайпи, там, что-то у них там было, там, 4-0 они вели, 5-1, уже 5-4, все, две ошибки, один тавр потеряли, один тавр забрали, ну и вот вся надежда теперь у них просто на Фантом Лансера. Да, медведь-то, оборот, набирает потихоньку, есть у него уже Владмирс, я так понимаю, он скоро пойдет бить Рошана. Да, вард лепил, и сейчас после эндшотов, наверное, пойдет куда-то воевать. Ну, этот Мишка, он такой няшный вообще, этот панда. Панда Бэр. Так, и Пупей с Сэндштормом. Не очень хороший ворованный скилл. Я думаю, он очень хотел украсть подкоп. Может быть, может быть. Подкопчик вообще клевый. Просто и со Смайлом можно просто копать, вот так бегать и просто на кукан пацанов садить. Просто всех подряд. Один копает, второй копает, все копают. Все куканят. Что Рошана пошел забирать лост, у ласта, кстати, Мидас, Владмирс и все. Не понял, а что так мало? Не знаю, а что ему еще там надо? У ласта денег 5600. Ну, в принципе, оно там, наверное, так и стоит. Мало. Я думал, он уже там что-то очень серьезное приобрел. Так, ну что, забирает Рошана сейчас Нави, не успевает Кайпи на это среагировать. Тут Котл задувает и дэмэдж проходит. Смайл уже побежал! Смайл! Что произошло вообще? Короче, вообще что-то непонятно. Смайл вообще ничего не сделал в драке, он просто умер. Но даблкил уже сделал Найкс. И вот первая драка у нас с Фантом Лансером. Ну, Смайл хвост тут умирает, теряет Эгрис, так понимаю, да.
Опа! Хорошо прыгнул по Аклу и Фантомлансера... Что, не убили. Фантомлансер ушел, да. Получается 4-2, если считать Аегис. Не, ну, Кайпи дерутся, вот, если бесполезно сравнивать... Бесполезно вообще. Да, они... Ничего там, не делают. Каждый кто-то что-то где-то юзает, там, какие-то непонятные замесы. Магнус вот ульт не скастовал, Энигма без Блэкхола пошла драться. Короче, такое, знаешь, что-то непонятное. Сенкинг — это вообще что-то с чем-то. Сенкинг постоянно... подкапывает карапасированного жука. Вот да. Жук врубает карапас, и Сенкинг фас! Пошел врываться на него сразу. Ну почему бы не копнуть? Там же карапаси, ты че? Там же карапаси, действительно. Что и Нави вышли уже вперед, по деньгам мы видим, что уже почти 10 тысяч, по XP уже 15 тысяч. Ну а Нави-то ничего не делали еще в игре. Они просто стояли, фармили, их пытались, приходили убивать. Раз, два, три получилось, дальше не получилось, еще раз не получилось, на Рошане убили всех, все. И преимущество уже бешеное. Ну вот. Нашли у нас Коджбы, здесь его не убьет, конечно, здесь Смайл. Вот, не в того дал Моноберн. Так, Сек. Сек. Ну, Сек так Сек. Сек. Ту-ту-ту-ту-ду. Сек. Так. Туру-туру. Что-то я хотел подумать, читаю, что там пишут. Что ж там пишут? Ничего не пишут, да, интересного. Гадость одну да, пишут. Да, говорят. Дред в одном шаге, чтобы прервать стрик Team Liquid 15 побед. Да, там уже третья игра идет у Дреда с Team Liquid'ами. Они там еще играют. Боун 7. Даггер. Начал делать БКБ на Энигме. Все, кажется, более нормально. Более-менее нормально. Коджва здесь Яшу себе приобрел. Да, ой, ты посмотри, там какой врыв был от Дэнди. Агрессивный-то. Ну, а... Так. Медведя схватил. Хорошо. Бейте медведя. Все на медведя. Где Блэкхол в медведя? Я что-то не понял. Там действительно был ультимейт Магнуса сейчас в одного медведя. Дэнди опять двоих прыгает просто. И уходит отсюда. Дэнди там такого вообще сейчас начал. Не, ну он... О, просто... идет Найкс. Идет. Хвост в атаке. Так, вот где? Раз. Хвост не хочет атаковать. Ему надо в Дэнди влезть. Вот в Дэнди нормально уже. Вот можно прыгать. Прыгай просто в толпу туда. Дэнди прыгает. Хвост вылез. Умер один. Бон 7 пытается убежать. Умер второй. Пупей. Ох, красавчик Пупей. Тут с блинка копает Бон 7. И Энигма тоже в таверну. Ну вот так вот. Ну сразу видно, что Кайпи намного слабее. Безусловно. Не, ну Нави для уверенности такой игры. Знаешь, хватит. Я думаю, выиграли не две игры подряд. Да. У RockSkiz, в принципе, RockSkiz-то неплохая команда. Но сейчас вот у Кайпи все окей. Нави спили стрик поражений, скажем так. Ну и посмотрим, как они завтра с Virtus.pro-то. Повтор сегодняшнего матча. Нави Virtus.pro завтра, я так понимаю, эта игра у нас будет сыграна, если я не ошибаюсь, там 19-20 полуфиналы. Не знаю, во сколько это. Смотри, Котел сейчас в центре приедет. Или не приедет? Нет, Смайл. Забили на него. Смайл там подстанило. Этого Сенкинг ультует сюда. Просто все. Все в Найкса развалили. Анстаппл сбили. Ну и что, смотри, дабл ТП еще. Два ТП, что это? Вот так давит его Смайла просто. Давай. Задавили. Просто такие дикие. Вот это да. Просто пятеро на Смайла. Отличный врыв, кстати. Не, ну это жестяк. Это, конечно, такая грязь. Молодцы вообще, ты шо? Команда 5. Так давить это вообще надо убить. Не, ну на одного в пятером они набрасываются отлично, это мы уже выяснили. А теперь нужно выйти на next level и подраться 5 на 5 хотя бы. Хотя бы подраться, а не умереть, вот даже не нанеся ни одного удара. Тупо умерли в прошлый раз. Посмотрим, как умрут сейчас. Тупо или не тупо. Что у медведя? У медведя радианс. Почти. Не, причем, понимаешь, при всем при этом, вот Фантом Лансер, он нормально вроде фармит, у него хорошие артефакты. Что у него там по деньгам? 10 тысяч он нафармил, там 14 тысяч хвост. Ну, с другой стороны, там, да, хвост, там еще и фрагов куча у него, там, 6 фрагов, 3 ассиста, он там с Мидасом, бла-бла-бла, типа, ну, понятно, что он намного круче. Кстати, смотри, ты тут Кайпи-то троллил, я тут-то смотрю, а Кайпи-то у нас после двух кубков на 7-м месте, и по 25 очей первым и втором, они оба раза выходили в четвертьфинал. Ну, и сейчас они, да. Вот, молодцы, уже 75, и вот, у них, как у Фнатиков до этого турнира, нормально. Не, так, все нормально, я же ничего, как бы, против них не имею, они там и сейчас, может быть, нормально тоже прошли в этот четвертьфинал, потому что там до четвертьфинала, ну, команды такие, среднего уровня, скажем ну, так. Ну, да. То есть серьезные соперники как раз вот на этом этапе начинают встречаться, когда он там и ВП у нас там с Маузами, еще там
всякие зарубы. Ну да, Fnatic DD, AL No Tide Hunter, то есть там вот серьезно. Да, да, да. Кстати, с этой восьмерки Кайпи смотрится самыми слабыми все-таки. Да, да, как бы это, конечно, обидно для них не звучало, но это действительно так. Ну и мы видим, что по дракам это тоже видно. Конечно, опять же говорю, Phantom Lancer фармит хорошо, но этого не даст. Это мне напоминает, как мы на ставкапе. Вы фидите, я фармлю. Ну так все нормально. Это хороший план. Отличный план. Смотри, сейчас котел может отъехать, если вы... Нет, котел понял, что... А вот вар видит котла. Смайл обходит. Какой хитрый смайл вообще, слушай. Смотри. Пополз так лапками перебирает. Еще и к себе одну жертву присумонил. Как там котл умер-то быстро. Кстати, да. надо было дождаться, пока он присумонит кого-то. Так в том-то и дело, да. Вдвоем двух бы сразу убили. Прикинь, кто-то прилетает, он сразу на, все, развалило. Ну там просто, да, у хвоста уже, помимо армлета и дезолятора, уже чуть ли не Тараска вот сейчас. Ну, скоро оно будет. Дэнди соло сносит тир 2. Ну и, кстати, здесь Лост, вот, пожалуйста, Кочва уже к нему подошел, прыгает Бон 7 на него. Корни. Сразу. Ну, а стоит надо разворачиваться, смотри, и драться. ТП-шечка. Это кто летит с тревелами-то? Да, летит Дэнди. Пак. Здравствуйте. Ну а кто? Это ж Дэнди с тревелами, правильно? Да. Дэнди врыватель. Вот Лос секунд, а Дэнди вот сразу врывает. На корни! Зезу, до свидания. Почва здесь бегает. Магнус, отличный ульт от Магнуса. Что он творит? Я не все знаю, пилят Лоста, а Лос раздает корни, пацана. Что вообще творит этот Магнус? Какие невероятные ульты? Он вообще хоть одним попал? Не, ну он один из медведя попал, не надо. Надо. Дэнди делает еще один фраг, ну еще корни или нет? Ну корни не пройдут, но все равно здесь убирают педали. Мансуй. И Дэнди! Нет, не Дэнди, Лос забирает этот фраг. Минус 4. Вдвоем сделали. Вот они были здесь вдвоем. Правильно ж? Тут же никого не было. Энигма, Магнус, Котлас, Энки. Да, просто вдвоем четверых разложили. Че, без шансов, байбеки, как будто они что-то дадут. А, кстати, и в соло Найкс убил Кочу, тут и Найкс убивает. Дерется с остальными, но тут уже, да, тут уже без шанса, наверное. Он сейчас в рейдже, смотри. Я бы офигел, если бы он сейчас просто убил Энигму и ушел отсюда, это было бы очень жачно. Не, ну Дэнди там просто уже неудержим. Да, Дэнди тут уже просто не могут ничего ему сделать, он тут уже делает все, что хочет в этой игре. 19-10. Ну и Найкс там вы тоже видели, что Рейдж, в Рейдж Блэк Холл и Эпицентр, нормально. Кстати, что там? А, рецепт на Тараску Найкса имеется. Да, вот он не купил себе еще. А, здесь Лос снес бараки почти, да? Вот сейчас донесет эти бараки. И здесь же бежит Смайл. Так, Смайл минус Бон 7. Карапассирует Смайл. Закарапассировал. Все правильно, все четко. Ну и бараки доносят. Просто вдвоем, с двух сторон начали драться ребята, и знаю, просто там был, снизу был хвост у нас Дэнди, на топе остался Лос, пришел к нему Смайл, ну и спокойно Нави все делает, очень спокойно. Так как мы привыкли видеть в исполнении Нави, а не так, как у них там получалось сегодня в первых матчах дня. Причем, блин, Магнус же вроде и с даггером, и вот все у него как бы есть, ну... Соберись, чувак. Я в тебя верю. Да, все ульты абсолютно какие-то, как я не знаю, как у меня. Ну, я тоже могу так ультить, вот в чем дело. Нет, да так может, ты говоришь, даже я так могу ультить. То есть, если я могу, значит все могут. Котль дует по миду. Просто взрывает все, что можно взорвать. Котль. Ну и 20-10 счет, деньги, 20 тысяч экспа, 30 тысяч, все понятно, все окей. Ну что, понизу пойдут Нави или там будут ждать еще Рошана. Что... Ну да, Рошан появится через минуту, я думаю, Нави будут пытаться дождаться этого Рошана. И уже с Рошаном что-то попытаться придумать. Так, что там Phantom Lancer? Мотостайл. Диффуза, но давно, давненько у него уже ничего не появлялось. Ну и смотри, побежал вот сейчас. Там Magnus Lancer куда-то. Фарм. Magnus фармит. Где он фармит? Ну, на что он фармит? Он, не знаю, но ему хоть что-то, Тараска какая-то не помешала. Phantom Lancer'у? Да. Ну, там у Найкса уже есть Тараска, вот, пожалуйста. И 1200 голды уже сверх Тараски имеется здесь. У хвоста, ну и некуда деваться просто-напросто этому Phantom Lancer'у. Он делает ТП на базу. Там Дэнди в инвизе. Еще где-то, а где, кстати, Смайлуха? Нет, Смайлуха. О, у Смайлухи есть вторые некра, как тебе?
У него только что... У него только что был... Когда он убивал барак, у него был просто этот... Staff of Wizardry? Ультра... Да. Сейчас здесь все. Ну что, Дэнди здесь прыгнул в котла? Дэнди просто решил быть слишком суровым и убить вот иллюзию этот... котла. Да, дух котла. Котла. Это было, конечно... Он 33 видит Смайла. Смайл-то не знает, что его видит. Не, мне кажется, дух котла может убить только Вигас. Да, вот ни разу не палятся пацаны, что они видят Смайла. Смайл прыгает на него! Ай, чуть-чуть! Слабый. Я же говорю, слабый вот этот чувак. Да, немножко слабый. Ой, с ДД хвост. А, на Рошана пойдут заберут. Ну, а на топе пока 400 там... урона с руки у хвоста. Not bad. У Рошана меньше. А, вот он рейдж включил, и с него дабл дэмэдж слетел. Дно. Надо ему написать это. Да. А зачем было рейдж включать? Ну, типа, отбить быстро Рошана. Дэмэдж в два раза больше. Ну, блин, короче, отключил. Ну, да, ну, я же говорю... Надо поспорить, но... что лучше. 80 так спидбонд, конечно, лучше не юзать рейдж. Ну так он так кусь, но зато там кусь. Я же говорю, у него было 400 урона, а сейчас у него 230. Короче, лушпак он. Ну что, пони, Зунави готовы заходить уже на Т3 и заканчивать, наверное, эту игру. Дэнди с Эзериал Блейдом, как тебе? Ну так... Почила-то пробивает, ага-го! Плюс 40 агилы прям ему дает. Смотри, 333. На! Тресь просто! Домой. Вот так вот! Ну пока лос бьет барак. Энигма! Давай, братюня! Вот так сосет Энигма. Сент Кинг! Давай в кастовывай, красавчик, братюня! И в ответочку от Пупея. И что-то да, почти получилось. Блин, классно комбо зашла! Ну там просто, понимаешь, когда у типов уже 3500 хп, то... Обычно это не работает, я слышал. Да, они убили одного Пупея, правда, но все равно молодцы. Комбо зашла. Энигма долго, правда, готовилась к своему блэкхолу. Не, но ну нормально. Магнус тянул там. Ок, все. Так, было. Дэнди с Эзериалом. Сайлент, вот сказал он. Двоих тут карапасирует Смайл. Дэнди еще один килл, и тут еще фраг. Ну что? ГГВП пишут Кайпи, и они выходят в... Нави выходят в полуфинал. И Нави завтра в этом самом полуфинале сыграют против команды Virtus.pro. Во сколько будет эта игра завтра, я пока сказать вам не могу. В 19 или в 20 сет. Она будет у нас же на StarLadder завтра. ВП фото в 17 сет. 18 сет 3D Max Mouse, 19 сет DD Fnatic. Fnatic у нас вышли в этот. И в 20 сет 4FC No Tide Hunter. Ох, у нас завтра беда будет немножко. Там вообще везде беда. Потому что и Fnatic, и No Tide Hunter вышли у нас в EMS полуфинал. И у них на завтра игры на Star серии назначен. Возможно, мы завтра на 16.00 какую-то игру перенесем. Кто его знает. Ну, собственно, будем смотреть, как там у нас пойдут дела. Что у нас дальше? Дальше у нас должна быть игра... Да, мы можем посмотреть, кстати, нарезочку быстренькую, пока моментов, пока мы узнаем, что у нас будет, собственно, в параллель дальше происходить. Дальше у нас будет происходить игра Liquid против Mouse Sports на The Defense, поэтому вы далеко не разбегайтесь. Игра эта начнется после того, как закончится матч. А? Да, минут через 20, хотя, может быть, и не начнется, потому что Team Liquid против 3D Clan вот сейчас играет, я посмотрю. Да, я как раз посмотрю этот матч. А, ты смотришь этот матч, да? Да. 9-5 в пользу Liquid счет, да? Ну, да, 9-5. Там что-то... Шарфик на шторме умер. Шарфик, что ж ты умираешь-то? Блин, так убого нарисовал. Нам, кстати, тоже можно нарисовать, заказать дизайнерам. Зачем? Ну, стильно, молодежно смотреться будем. Да ну, мне нравится дефолтная намного круче, чем вот эта вот ересь. Не, так можно нарисовать нормальную ересь. Да не, ну вот это вот полное говно. Зачем? Оригинальный он для того, на того и есть. Вот да это... ладно, оригинальный. Чувак, ну вот это какой-то рыхливый, я это смотреть даже не могу. Так а я тебе о чем говорю, что можно нормальный нарисовать, хватит. Чувак, я тебе говорю, что это рыхливо, зачем ты вот это... Короче, все, забей, тебе что-то рассказывать? Да, я тоже, кстати, в эту игру вошел, только я не понимаю, как получается так, что у тебя быстрее идет. Если я в Dota TV смотрю, Версута что, стримит без дилея, что ли? Не знаю, может, минута дилея. Да, Версута минута дилея, походу, какая-то.
Ну что, ребят, мы тут, вот вы пока смотрите хайлайты того, как Нави добивают команду. Да ладно, Шарфик, живи! Живи, Шарфуля! Хорош, красава. Мы не имеем права, кстати, комментировать про этот. Я буду в качестве радио комментировать премьер-лигу. Да, премьер-лигу мы не можем вам комментировать, вы ее можете смотреть на официальном стриме. Нам остается всего-навсего ждать, пока закончится игра. Соло, посмотри, боже, что там твоя... Драка уже минуты две идет, наверное, такое месиво нереально. Так, давай, Дред, смотри, за бульбазавром. Погоня. Дред за бульбазавром, галя. Погоня, погоня. Бульбазавра трепеша. Да, Дред, но! Дред, днище, ебать, Дред, дно! Что это? Какое он дно? Что, я могу это показать? Давайте покажу народу, да, пофиг. Ты чё, нас же потом засудят. Да, нас потом засудят. А мне тут даже жопа, если честно. Что мы сделали? Бесполезные голимые лапки. Ладно, ребят. Рейдкол к нам. ЕМБС Рейдкол вернется завтра. Нави против Virtus.pro будет играть в полуфинале. Мы, я думаю, посмотрим только финал завтрашнего Рейдкола. Завтра стар-серия будет. Сейчас мы берем паузу и ждем матч The Defense. В котором встретятся между собой... кто? Я все-таки покажу этот момент. Вы смотрите, вот. Дред гоняется за бульбой. Дред гоняется за бульбой. Дред... Апи! Дред! Дред! Да, там счет 13-8. Там Liquid ведут уже 5000 денег и 7000 XP. Я думаю, там все-таки Ликвиды выиграют. Так вот, 15-20 минут паузы и Liquid против Маус. Последний best of 3, ночная дота. Это третий раунд лузеров The Defense. Не уходите, музыка, рекламка, и мы к вам вернемся. Я думаю, вот как я и сказал, минут через 20-25, может быть, еще немножко больше. Не разбегайтесь.